Любительская сборная Мурманска по хоккею с шайбой против суровых скандинавских хоккеистов. В эти выходные поклонников ледовых баталий ждет интересная игра. Скандинавы уверены в своей непобедимости на льду, но мурманчане усиленно готовятся к предстоящей встрече и покажут, что так просто победу в ледовом дворце спорта вырвать у них не удастся. Поддержать сборную заполярного центра приедут и легенды хоккея Александр Юдин, который на протяжении нескольких лет выступал на льду за молодежную сборную, а сейчас активно играет в континентальной хоккейной лиге. И Петр Аникеев, тренер ни одной плеяды талантливых спортсменов. Мы считаем, что состоится очень серьезная игра, поэтому приглашаем всех любителей спорта, гостей города Мурманска, прийти в Ледовый дворец 1 октября в 17 часов и поддержать сборную команду города Мурманска.